звонили соседи, сказали, что врезали в забор, поэтому приезжаю уже, и уже гаишники были на месте. Насчет, кто был за рулем, я не знаю, потому что один был в нетрезвом состоянии, другой был в трезвом состоянии, все в рабочей форме. По словам водителя, он сказал, что ехал в яму на дороге, не справился с управлением. Но судя по тому, как, какие повреждения, тут явно не ямка, одно не обошлось, потому что летел на бешеной скорости. Мы стоим там на углу перекрестка, можно сказать, потому что часто в этот столб нам врезались. Поэтому тут еще сугроб спас, честно говоря, от того, что он мог и в дом улететь.